Детей с особенностями психофизического развития, к сожалению, с каждым годом становится все больше. Около 17 тысяч юных жителей Брещины сегодня имеют такие сложные диагнозы. Важнейшая задача в настоящее время – максимальная их реабилитация и интеграция в общество. В области для ее решения созданы необходимые условия. Функционируют специализированные учебные и лечебные заведения. Ребята проходят оздоровление в санаториях и лагерях. Немаловажный вклад в общее дело вносит проведение различных творческих форумов. Все, что сегодня делается, работа интерактивных площадок, концертная программа, общение специалистов направлено на то, чтобы, привлекая внимание, говорить о том, что нужно делать, чтобы эти особые дети не чувствовали себя особыми, чтобы они были равноправными, полноценными членами общества, чтобы все, что делалось в нашем государстве, так или иначе было направлено на создание оптимальных, равных условий для всех. Фестиваль «Вместе мы сможем больше» на Брещине проводится ежегодно. Традиционно он собирает на одной площадке ребят со всей области. За яркими впечатлениями на форум образца 2016 в областной центр молодежного творчества приехало около 400 юных жителей региона. Организаторы приготовили для участников праздник, состоящий из нескольких блоков. У нас работает 8 площадок, игровых площадок. Мы их назвали станциями. Каждая со станции носит определенное название. Здесь у нас работает иконно-спортивный клуб и ребята из эколого-биологического центра. Фотография, клоунада, фокусники, байкеры. С 12 до 14 пройдет непосредственно сам фестиваль в зале. Это фестиваль творческих номеров, творческой песни. Участники фестиваля признаются, мероприятия всегда ждут с нетерпением и очень рады возможности найти новых друзей, поучаствовать в различных конкурсах и просто пообщаться друг с другом. Мне здесь очень нравится, и я не впервые здесь. Как бы здесь, ну, весело и оптимистично, очень хорошо. Очень красивые шарики делают, вот природные, красиво очень, нравится. Поделиться своим опытом и изучить белорусские разработки в части интегрирования детей с особенностями психофизического развития в общество уже не первый год приезжают представители Венгрии. 2016 не стал исключением. По словам делегатов, такие встречи помогают найти точки соприкосновения и единомышленников для решения важных проблем. И в Беларуси, и в Венгрии стремятся обучать ребят с особенностями психофизического развития на уровне обычных, здоровых детей. У вас эта система уже имеет достаточно высокий уровень, и мы приезжаем перенимать ваш опыт. Надеюсь, этот визит окажется не последним, ведь нам всегда есть что обсудить. Анастасия Стравко, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК ТВ.